Знаю, я уже. Кукла, Кука его редактор смотрел, он меньше. А, в очках. Первый, давайте к магазину. Прям, блядь, как это значит, что это раб. Слышь, я сел, короче, у меня что-то за пакерку выбросило, меня послушать. Прием, меня слышно? О, просто. Точно. Куда мы? Мы внутрь садимся сейчас? Точно, первый бэттер. Принял. Где он тут, блин, садится? Первый раз играю его. Так, здорово, ребят. Здорово. Здорово. Как у вас дела-то? Блин, меня тормозит, что-то сейчас я настроечки сделаю. У меня на максимальных же все. Да. Так, смотрим максимально. Это нормально, это можно на стандартное поставить. Это можно отключить, это вообще нахрен не надо. Так, это тоже. Текстуру можно на стандартное поставить, объекты стандартные, ландшафт. Вот. Ничего, что я вслух? Не-не-не-не. Тени отключить нахрен. На коробке теплока нет. Чистит. О, отлично, отлично. Низкая. А зум есть? Блока стандартная. Да, есть. Отражение отключено. Я не понял, а что это русским дали рацию Моторолу, блядь? Подожди, я записываю видео, блин, ты особо там не матерись. Где наши граниты? Ты понял? Так, ну и чё? FPS вообще не прибавилось. Как было 20, так и осталось. Это арма. Да, ничего не поделать. Я буду смотреть в потолок, вот 30-40. Ну поедем или нет? Ждем в конце фрисдайма. А, это у меня такие ощущения, как будто мы уже катаемся. Ну чё, мне к лагам не привыкать. Не-не, мы потихонечку двигаемся. Ехать уже ничего, нельзя же ехать. А, походу можно. К концу можно. Фристайма проехать. А может быть, с территории фристайма выйдем, нас обратно терпят. Лучше не рискуйте, ребят. Так, тогда я настройки текстур ставлю уж точно на максимум. Потому что я что-то привык уже к максимальным. Вот, смотрите, какая красота, друзья. Смотрите, какая красота. Сразу мне все прыщи на роже, видать, все. Мне нравится на бэттере, тут он и экран, ля, короче, как сделано уже. И тени можно хотя бы низко. Современное все. Вот. Сразу тени появились, что мы тут в тени. Так. Мы едем или не едем сейчас? Или мы стоим на месте? Стоим. Стоим на месте. Стоим? Дайте я выйду, пока я тут прокомментирую. Так, значит, что мы тут? Хорош ржать. Чувак с ротом открытым. Так, у меня АК-107. Осталось 3 минуты. Мне вот эти вот лаги не очень нравятся, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, забыл сказать, короче, впервые запустил арму с тушинскими аддонами. И это моя первая игра на тушино. Хорош ржать, я сказал, блин. Повар! Извиняюсь. Активация просто. Предупреждение, повар. Соли, садись! Да-да, все, я сел. А, посмотри, посмотри, все с дороги съехали. Техника. Сзади нас. Сейчас проверю. Да. Чуть-чуть. Давай я тоже съеду, потому что да не парься, просто съехали, чтобы на пол дороги не стоять. Едь, держись к правой обочине просто и все. Принял. А у вас случайно никто-то не вылетел в машине? По-моему, только боты так шевелятся, как это человек. Не, мы все так шевелимся. Да не, он вообще и на колени. А я хрыч, да? Я хрыч, я самый тут. Да, старый. Да. Старый дед какой-то. Охренеть, а? Ну вот, никакого уважения к старшим. Я, можно сказать, ветеран. Ага, на печи иди лежи. Не знаю. Это кто говорит?
Ник. Ну, таких обычно комиссуют. Ник, Ник. Кто говорит? Фирин. Фирин говорит? Да. Ты меня в курсантах сгниешь. Фирин. Я об этом позабочусь. Значит, сделай ему там нормальные тренировки, чтобы все там, все-все-все зачеты, нормативы, все это. Он будет у меня берет носить мой, с одного конца карты в другой. Интересный вид из кота и вообще тренировок. Кстати, да. Так ну-ка взял, принес мне берет, короче. Какую-то тапочки, да? Кстати, зря в Армении сделали в третьей, чтобы ботинки можно менять. Может быть, потом сделают. Типа обувь. А с трупов сменять, это снимать. Кстати, можно. Тут же можно сейчас переодеться во вражеское. Ты можешь взять этот самый. Каску, точно. Разгрузку этот, а именно основную одежду нельзя брать. А. О, фига себе, какой звук. Не пуха, поехали. Прикольно. А то у нас там в атаку с ОФП, короче, звук такой. Так. Кстати, товарищи, БТР называется странно, БТР 100. А меня сейчас нормально слышно или я лагаю? Ну, нормально. Нормально? Фига себе. Вот это синхронизация здесь. Нет. Нет, хреново. Все чувак, не мотеляй головой. Так, то есть мы высаживаемся в точке выбора, да, там, там где-то? Пора на канале? Так точно. А мы где высаживаемся? Дублируй метку, пожалуйста, я не вижу. Дублирую. Принял. Оттуда мы и заходим в выбор, а потом на юго-запад. Так точно. Понял. Заметил странную фигню. Когда вы смотрите на карту внутри машины, то звуки прекращаются вообще. Концентрация. Вон тот чувак справа волнуется. Показалось ли я на фризе слышал женский голос? Да, да, тут играют бам. Я тоже слышал. О, рекомендации по движению и вход в деревню будут? Нет. Аравы, что ли? Колонна и все. Принял. Кто стрелок с ГП? Повтори еще раз, Ник. Вот ты, короче. Вот ты, короче, все время со мной держись где-нибудь. Так, здесь, да, у нас выставка? Есть, дальше. Есть, есть, дальше.
Что ты меня так гладишь по руке? Опа. Чё это? Чё это было? Бывают звуки не чем. Левый звук. Корова. О, у меня же даже GPS есть. Что за... Может, скоро приедем. Меньше. 50 где-то. Здание, останавливайся. Отделение, высадка. Что за фигня? Уходим. Эти звуки напрягают сильно. Очень. Дозор, вы двигаетесь? Ё-моё. Что случилось? Мы на связи. Вы двигаетесь на первую точку. Ща. Основное отделение отпускайте метров на 50. А я не вижу твою первую точку. Ты их не видишь-то? Ну я не... Ну вот не вижу. Я перезаходил, у меня все точки пропали. Видишь метку первую? Да, понял, перекрыл. Вызывайся. Бэттер, двигайся за нами. Подожди, мы еще не выдвинулись. Я нахожусь на заправке. Блин, чертово солнце, а как же слепит. Контакт впереди. Это наши? Так, ну, блин. Какие там нету. По мне работают, так, по мне, ГП. В зданиях, возможно. Крыши, внимание. Ранен, прием. Я тоже ранен, сейчас лечусь. Вдоль дороги противник. Как поняли. Принял вас. Надо зачистить этих робов, пока наши не высадились тут еще. Стреляю с ГП. Надо сейчас их обойти и севернее. Принято, с севера пытаюсь. Нет, подожди. Вы попробуйте обойти с тыла сибиряк, а мы попробуем их отсюда отвлечь на себя. Они нас видели. Принял. Основная группа, выдвигаемся на 50. Здание зеленое. Контакт был. Повтори. Больница или школа? Что это? Школа. Школа, контакт. Принял вас. Ферин, продвигайся вдоль здания. Прочисти на город. Иди на выстрел, Ферин. С тыла, желательно. БТР чей там? Наши, у них нет БТР. Фига себе, это мы так далеко уехали на БТР.
здании, на втором этаже контакт видел. А школа, что ли, это? Школа, школа. Понял, принял. Понял. Мы у Мадина закрепились, ребят, не прибейте. Так, сейчас я школу отработаю. С ГП, с ГП. Отрабатываю школу с ГП. Минус человек. Минус. И маленькие здания закрепились в двориках, аккуратней. Проходим, не пропускаем ни один двор. Там сейчас чистит труп, возьми рацию. Так, ребята, надо зачистить эту школу. Один тоже, возьми невозможный противник. Так, видел автомобиль в арке, за аркой, видели, да? Лечу тебя, стой. Зачищаем магазин. Магазин свой есть, нет? Не должно. Повар на связь, это коробочка. Наблюдаю много контактов в пустошке, разрешите работать? Разрешаем. Ты удостоверился, что это чужие? Коробочка, если у вас есть возможность работать, работайте. Больше нанесите вас. В школе есть? Школу вычистите? На крыше есть кто в школе? Блин, наши есть. Третий этаж кто на школе? На крыше кто, привет. Прием? На школе. Противник, по-моему. Маски вроде был. В школе есть. Понял. Второй этаж. Вот здесь убитый в школе. Противник, как вообще ориентировочно выглядит? Блин, он в рубашках, ну такой. Ни о чем на снаряжение. Так еще минусы у нас. Кол на второй этаж, гранаты, что есть, закинуть. Противник засел. Коробочка, минус 2. Коробочка, можете отработать школу второй этаж? Приняли, отрабатываем. Мощно надо отработать. Приняла. Стоп, стоп. Машина немножко вперед и вправо. Первый этаж, школа свои есть? Первый этаж есть свои, на втором. Вот хорошо, хорошо. Повар, ты живой? Живой. Прекратить. Нет ли никакой лестницы на крышу? Есть снаружи, естественно. Блять, по нам бьют, уезжай, уезжай, по нам бьют. Первый этаж чист. Выбита пушка. Двое минус наших, блин, на первом этаже. Повар, по коробочке заехали, пушку отбили, мы в лес отъедем по-быстрому. Развернем, попробуем в сторону города пушку. Хорошо. Не толпимся здесь на первом этаже, разошлись. По лестнице входит только двое. А так полетело, походу. Чьи граната летает, прием? Первый этаж справа. Этаж, то есть. Справа? Как там? Контакт, не знаю, убил, нет, я ранен. Хожу.
пытались подняться на лестницу. Отвлеките их как можете. Право чист пока, коридор. За, пошел за лестницу, на лестнице я. Второй этаж, свободен путь. Принял. Так, я на крыше. Так, понял. До свидания. Так, я уже на втором этаже. Там интересно, есть уже кто-то на втором? Да, 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 наши есть. Он чист на втором. Здание чисто. Все. Ребят, встречаемся все в школе. Я ранен? Все в школе, твой, забираем. Смотри. Ты? Никак нет. А то, блин, я чуть не упал. Финн, ты ранен. Я ранен или нет? Соля, ты нет, Финн ранен. А, понял. Так, что тут у него? Нельзя толпиться, ребята. Да, много тут наших перевалили. Повар, наши дальнейшие действия, прием. Руки проставил. Будем сейчас по ним двигаться. 1, 2, 3. Сейчас. Понял, понял. Так, встречаемся на перекрестке. БТР, ты живой? БТР. БТР на связи? Входа нет. Там, походу, с пулемета выпили. Давай, Соль, я на перекрестке, ты где? Да я все, я тоже тут. Все, давайте все собираемся, кто еще живой. По меткам, пошли. В тылу у нас еще противники есть, походу. Запад, контакт. Противник, пацаны, вдоль, в конце дороги противник. Раненый. Ориентир, какой дом? Вдоль дороги. На запад? На, я прям на дороге лежу. Так точно. Лечусь. Прикройте. Пацаны, раненый, второй раз попали. Дымы, кидайте. Все, вылечил себя. Трое закрепились, отбиваем контакт. Блин, здание не простреливается, они в районе заправки. Так точно. По нашему маршруту идут. Man down. Заборы тоже не простреливаются. Упс. Это Блеватрон. Ну то видео коротко получилось. Ужасно. Встретили тебя, Солид. Да не, я надеялся, что меня встретили. Просто я думал, что видео будет долго, скучно и так далее. Окошко не простреливается, да? Да, Солид? Окошко не простреливается, вот это очень плохо. Я бы там двоих положил. Это тупо, кстати, что окошко не простреливается.
Так, ладно. Первый блин комом.